Всех приветствую на канале ТОП Продвижение, и сегодня расскажу о том, как можно раскрутить свою личную страницу или группу ВКонтакте. Как правило, люди приходят к накрутке по одной из двух причин. Одна из причин — это просто набрать большое количество подписчиков, чтобы страница в поиске была как можно выше. Вторая причина — это набрать живую аудиторию, чтобы они просматривали ваш контент, ваши посты, истории и многое другое. И сегодня мы рассмотрим именно два этих способа. Сразу хочу заметить, что даже когда вы накручиваете просто подписчиков, ваша страница становится выше в поиске. И соответственно, когда вбивают, например, название вашей группы, там видят также ваших конкурентов, но ваша страница будет находиться выше, потому что у вас больше подписчиков. Поэтому это тоже имеет очень весомую роль для привлечения живой аудитории. Итак, я сейчас нахожусь на странице группы, на которой мы уже производили накрутку живых подписчиков, которые идут для количества и которые стоят очень дешево, буквально 12-13 копеек за одного подписчика. Давайте посмотрим, все подписчики остались на месте. Если мы откроем несколько страниц, то можем заметить, что эти пользователи заходили совсем недавно, один 20 минут назад, другой 24. Как видите, это реально активные страницы, то есть по сути это тоже живые пользователи. Поэтому если вам не важна локализация пользователей, Россия или весь мир, можете смело накручивать именно дешевых подписчиков, потому что они идут очень качественные и списаний с них не наблюдается. Но с другой стороны, если вы хотите набрать именно русских подписчиков по локализации Россия, то можете заказать другую услугу, она стоит несколько дороже, и сейчас мы рассмотрим, как это сделать. Сейчас я нахожусь на странице сервиса SMM Code. Данным сервисом я пользуюсь уже довольно-таки давно, более 2 лет, и он зарекомендовал себя с очень положительной стороны. Сразу хочу заметить, что здесь есть подписчики как на аккаунт, так и на группы и паблик. Сразу еще хочу обратить внимание, что подписчики на аккаунт, большинство услуг также подходит и для групп. То есть вы можете сюда просто вставлять ссылку на группу, и будет происходить накрутка на группу. Прежде чем будете выбирать услугу, рекомендую навести вот на этот значок и почитать описание, потому что на некоторых услугах есть ограничения. Например, запрещено казино, 18+, политическая тематика, на стене должно быть от 5 постов. Соответственно, очень важно соблюдать эти критерии. Вообще желательно, чтобы это всегда было выполнено, чтобы у вас была установлена аватарка на странице и было от 5 постов. Тогда обычно в накрутке проблем не возникает. Если же ваш заказ будет отменен, средства вернутся на ваш баланс, просто проверьте вашу группу, убедитесь, что у вас есть 5 постов и установлена аватарка на группе или на личной странице. Я же сейчас буду накручивать живых подписчиков, они стоят 60 копеек. Вот, как видим, здесь стоит пометка «Живые», «Достав в сутки», «Старт примерно 15-20 минут». Эта услуга накручивается очень медленно, но это очень хорошо. Почему, я сейчас объясню. Дело в том, что когда вы производите очень быстро накрутку, ВКонтакте может это заметить, потому что у вас пойдут резкие скачки в активности группы, и соответственно такая активность, она как правило происходит обычно, когда производят накрутку. Но когда у вас накрутка идет медленно, плавно, равномерно, то такую накрутку очень сложно обнаружить, поэтому с большей вероятностью она пройдет у вас максимально с положительным эффектом, и ваша группа поднимется вверх в поиске. Сейчас мы выберем эту качественную услугу, которая идет с живыми подписчиками, на которую идет скидка 25%, и у которой подписчики все будут русскими. Сразу хочу еще раз обратить внимание, если вам нужно просто количество, вам не нужно выбирать живые и заказывать услугу за 60 копеек. Вы можете заказать услугу, которая стоит либо 17 копеек, либо которая стоит вообще 12 копеек. Но эта услуга менее качественная, поэтому советую брать именно вот те услуги, которые вынесены в самом верху со скидкой. Администрация данного сервиса специально на них делает скидку, чтобы пользователи брали их, потому что они более качественные. Теперь, чтобы запустить накрутку, я выбираю нужную услугу, и необходимо мне ставить ссылку на группу или паблик. Я копирую ссылку, вставляю. Дальше указываю количество, которое я хочу накрутить. Я, например, хочу накрутить 30 подписчиков. Это будет стоить всего 18 рублей. 18 рублей за живых подписчиков. Вот. Поэтому, как я говорил еще раз, если хотите, можете купить дешевле. Они будут тоже качественные аккаунты. Также у вас будет положительный эффект на группе. Но если вы хотите взять прям совсем уж качественных, живых, то можете выбрать вот эту услугу. Далее нажимаю «Запустить накрутку». Ожидаем. Видим, что заказ был успешно оформлен. Возвращаемся назад и переходим в историю заказов. Как видим, наш заказ находится в очереди. Теперь давайте немного подождем, когда накрутка запустится. Итак, прошло буквально несколько минут. Я обновляю страницу, 149 было. У меня уже 169 подписчиков. Как видите, услуга уже начала работать. Поэтому считаю данную услугу очень эффективной и положительной. И если мы перейдем в историю заказов, как мы сможем заметить, статус у заказа уже выполняется.
Если вдруг возникнет такая ситуация, что вы точно понимаете, что услуга была полностью выполнена, и статус у вас не поменялся, то рекомендую завершить эту услугу и можете после этого оформлять новую услугу, потому что на данном сервисе создано ограничение, чтобы пользователь не мог одновременно запускать на одну и ту же ссылку, одну и ту же услугу дважды. Вот поэтому, как услуга завершится, можете вручную завершить этот заказ. Далее, также я хочу заметить то, что вот у меня 170 было, уже 171. Вот сначала идет небольшой скачок, а потом оно начинает плавно накручиваться. Сейчас оно будет докручивать именно до нужного количества. Вот если мы откроем, мы увидим то, что у нас идут тут русские имена. То есть пользователи у нас идут из России, самые последние. До этого мы накручивали дешевых, и как видим, тут у нас идут пользователи со всего мира. Вот если мы откроем страницы, как мы увидим, на профилях есть аватарки, есть записи на стене. То есть это реальные пользователи. Вот у них есть тоже свои статусы, есть свои друзья, поэтому считаю эту услугу очень эффективной для продвижения и рекомендую использовать именно ее. Также хочу еще заметить то, что помимо подписчиков, вы можете накручивать также лайки на пост, лайки на несколько постов, просмотры на видео или клипы, записи, несколько постов, репосты и многое-многое другое, в том числе делать собственные комментарии. Но сразу хочу сказать, что цены на данном сервисе одни из самых низких, потому что данный сервис работает напрямую с поставщиками, и все цены вы получаете из первых рук. Самые минимальные цены вы можете отследить в разделе «Цена». Вот открывайте категории, можете видеть, какие цены на какие услуги. Еще также, как я замечал, имейте в виду то, что подписчики на аккаунт, они также могут подходить для групп, а подписчики для групп тоже для паблика, потому что суть там одна и та же. Идет подписка на страницу, либо паблика, либо личную страницу пользователя. Это все, о чем я вам хотел сегодня рассказать. Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, я буду вам на них отвечать. Всем пока!